Потому что порой нам нужно преподносить уроки горькие. Нам преподносятся эти уроки. Нам нужно их уметь переваривать. Знаете, что такое разум? Разум – это способность переваривать жизнь. Способность переваривать все то, что к тебе приходит. Какие-то испытания. Испытания бывают разные. Испытания бывают со знаком плюс, слава, деньги, почет. Это тоже испытание. Какой ты из него выйдешь из этого испытания? Непонятно. И испытания унижением, бедностью, позором. Все мы пройдем через все испытания. И через позор пройдем, и через бесчестие, и через просто в той или иной степени выраженность. В зависимости от того, как мы себя ведем. Но нас обязательно поместят в такие условия, когда особенно период Сатурна приходит, это обязательно 7 лет будет испытаний. Вот просто знаете, в своей жизни мы переживем 3 периода Сатурна. Садхисати, да. То есть и эти садхисати, они нас вот так вот протрясут. Знаете, как ураган приходит, и дерево клонит, листья слетают, да. А все, что настоящее, оно остается. И вот когда нас вот так протрясут хорошенько, мы останемся самими собой. И друзья останутся с нами только те, кто настоящий. И все с нас слетит наносное, что мы приклеили, что мы изображаем из себя. Это все так, фу, издуется с нас. И поэтому в этом смысле эти периоды самые важные в жизни.